Европейский суд в Люксембурге, высшей юридической инстанции Евросоюза, признал правомерным решение работодателей вводить правила, запрещающие сотрудникам носить видимые религиозные символы. Такой вердикт был принят после жалобы двух мусульманок из Франции и Бельгии на дискриминацию со стороны своих боссов, которые уволили женщин за отказ снять хиджабы, женские мусульманские платки на рабочем месте. Введение внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых атрибутов, выражающих политические, религиозные или философские взгляды, не является прямой дискриминацией, говорится в решении суда. В целом, дресс-код и правила для служащих на рабочем месте устанавливает руководство компании, как считает Европейский суд. Это его первое решение подобного рода, вердикты обжалованию не подлежат.